реке Казанка резко упал уровень воды. Вода ушла очень далеко. И непонятно, с чем это связано. Как это повлияет на экологическую ситуацию? Вода была там, где заканчивается песок, а там, где камыши. Это очередное экологическое бедствие? Или так и должно быть? Здесь когда-то было дно воды, теперь дно на поверхности.